инцидентов, криминалистические расследования. Это является одним из основных наших бизнесов. Мы имеем глобальную лицензию со стороны CIDSS Council для проведения подобного рода исследований и расследований. В настоящий момент, если посмотреть на данные прошлого года, мы провели порядка 700 подобных расследований. То есть несколько расследований каждый день наши специалисты проводят в области кражи карт у банков, все, что связано с CIDSS. Поэтому мы знаем, как это происходит. Мы знаем, как собрать улики, чтобы передать это правоохранительным органам, Следственному комитету, чтобы они могли правильно завести уголовное дело и довести его до суда, и тем самым привлечь всех тех преступников к ответственности. Мы не продуктовая компания, мы именно компания, которая знает, как все это происходит, и тем самым помогаем своими советами, где-то и продуктами, решениями получить больше безопасности. Нужно для себя понимать, где у нас находятся те ресурсы, те заветные биты и байты, которые приносят нам определенную пользу. И мы должны выстроить защиту, чтобы именно сконцентрироваться только на этом. Нам не нужно защищать все и вся, потому что мы не сможем. Но если мы знаем, где наш лежит вклад, мы можем выстроить защиту таким образом, чтобы наш вклад остался у нас. Везде происходит все по одному наезженному пути. Где-то кто-то знает, как это работает, например, определенный вид и вектор атаки в Соединенных Штатах Америки. Мы будем точно уверены, что это также произойдет здесь. Здесь нету никакой-то, что здесь какие-то специфичные атаки есть. Они где-то отрабатываются на каких-то клиентах и потом распространяются. На самом деле наша задача – играть на опережение. Так как мы имеем глобальное покрытие, мы видим, например, определенные атаки происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы понимаем, что на самом деле они быстро придут и в другие регионы. Мы пытаемся всех наших клиентов уведомить, показать и помочь им выстроить защиту против этих атак до того, как они с этим столкнутся. Пару месяцев назад один из хакеров, которому говорят, что он из Российской Федерации, он выставил эксплойт для всех систем Windows. Нам удалось, на самом деле, одним из первых найти, сделать анализ и посмотреть, на самом деле, насколько это опасно. Мы имеем свои security operation центры. К нам подключено очень много клиентов. Мы мониторим все их состояние информационной безопасности. И тем самым, набирая определенную аналитику, мы делимся с другими. Да. В настоящий момент могу сказать, что у нас порядка 9 Security Operation Center по всему миру. Последний был открыт вот пару недель назад в Токио. И на самом деле это не предел. Мы рассчитываем, что следующий год-два это будет только наращиваться. У нас есть планы, стратегия также представить подобного рода услуги и в Российской Федерации. Рынок очень перспективный, если бы мы его не считали перспективным, то мы бы здесь сегодня не присутствовали. Усилия, которые мы принимаем здесь на рынке, приносят определенные результаты. И мы на самом деле очень рады, что мы приняли решение принять участие в этой выставке, и нам все нравится.